А у нас сегодня на ужин суп. Руш, поможешь? Или на ты держи? Суп будем кушать. Ну, сколько всего холодильника? Я не знаю, кто как яйца держит. Вот у меня здесь нету. Тазами. Да, у меня вот этих вот ячеек, где как они правильно называются? Да, ячеек для яиц. Ну, у меня их. Они, по идее, должны быть. Должны были, скорее всего, в этом холодильнике. Просто я куда-то их сперли. Ну, не сперли, наверное, просто их нет. Не было, может быть, просто. Скорее всего, были, просто обычно люди бывают их либо убирают, либо они просто становятся лишние. И все. Вот эта штука у нас интересная, это. Это годная. Годная, пригодится, да? Да, конечно. Это у нас. А можно как-то холодильник отключить? Ты хочешь его разморозить? Нет, пока я буду его протирать, мне надо его протереть. А зачем его отключать? Можно так держать? Конечно. Почему? Ну ты же протираешь, его нельзя надолго оставлять. Нельзя морозилку открыто надолго оставлять. Холодильник можно. Ты же сколько вышло, протерла и все. А что, нельзя что ли это отключить? Что будет? Ну, дело в том, что если его отключать, то нужно будет его размораживать полностью. Глупо как-то. Паразицит. Это средство от паразитов, от глистов для котей, для кошек. Для взрослых. Да. Так, здесь у меня... Буль-буль. Кубики. Не, я ими не пользуюсь, если честно. Буль-буль ими. Может быть, и Тане отдадим? Ну, давай отдадим. Просто реально, я ими не пользуюсь. Зачем они мне просто лежат? У меня вон это с Германии привезли. Ну, в посылке. Вот, у меня их там хватает. Вот эта штука. Имбирь. Нужная вещь. Вот эти соусы, в принципе, можно это... Тоже зачем они нужны? Соусы не нужны? Mm-mm. Короче, мы решили поужинать, да, закончить все по это. Сделаем сначала порядок, наведем. В итоге так, что мы хотели? А, точно, поужинать же. Папа, да? Не помню. Горчица. То, что нужная вещь. Ты вообще не знаю, что это такое. Спирт. Спирт, что ли? Да. Ой, выпихаю масло. Кстати, заканчивается. Это можно натощак его пить. Я иногда пью. А что это такое в пакетиках? Это маски для лица. А что они в холодильнике делают? Они должны в холодильнике стоять. Я думал, они на лице должны быть. Ну, не все же сразу, не все сразу. Ничего страшного. Так, здесь уксус. У нас уксус. А это что такое? Это Макса. Уколы, кстати, Макса уколы так продолжаем колоть, но он, пипец, не дается. Тяжело эта процедура проходит. Вон еще сколько осталось укольчиков. Слышала? Да, она там кошка разносит. Куролесит по раскладушке. Так, старт, может это поднять сюда? Это сюда? И препараты. Сюда. Наоборот, вот так, да. Глаза дай, пожалуйста. Не, чтобы, не дай бог, не выпало что-нибудь. Так, йогурт. Данон. Лук, мед. Контейнер пустой. Контейнер, держи. Просто вот так вот протираешь и все. А раз в год можно уже капитально помыть. А так нет. Соус. Да, это соус. Кетчуп, это кетчуп копченый. А он его. А нет, там места нету. Здесь у меня варенье, томатная паста. Кстати, здесь у меня еще у нас, видишь, этот мы открыли, помнишь, перец? Угу. Перец. И здесь у меня тоже варенье. Малина. Кстати. Если так. Малина полная, значит мы не болеем. Да. Маргарин.
всевозможные, по 15 рублей, по 40. Лук, можно это сюда. Масло сливочное, кстати, заканчивается. Кстати, масло сливочное мы теперь берем большое всегда. Ну да, сейчас выгоднее скажу, получается. Грамм здесь? 450 грамм. Так, а это такая штука, это еще моя мама делала. Это для лагмана. Здесь перец идет. И джусай. И джусай. Вкусно пахнет. Соленый, кстати. Ладно. Так. Эта штука у нас давно, ее уже пора от нее избавиться. Да, это типа лаваша похоже. Помидорки. Ё-моё, лучше их убрать. Да, никто же избавится. Так, здесь у меня еще есть фасоль. Это тоже маргарин. Кстати, надо сюда вставить. Масло вроде бы. Нет, это маргарин. Так, майонез. Прошлого, вот видите, в каком количестве он его ест. Надо так положить. Сейчас я первый даем. Было больше. Ну, конечно. Кстати, Рушан, могу сказать, у нас холодильник пустой. Да, еще нет. Кстати, вот он наполовину пустой или наполовину полный? Он пустой. Вот видишь, ты, значит, пессимист. Оптимист сказал, что наполовину полный. Рушан, какую-то фигню оторвала. Ничего страшного, вытащи ее, помой. Вон. Ее помыть надо. Это фильтр просто забивается, поперечь к частям. Он реально грязный какой-то. Ну, может да. быть, его надо почистить как-то? Нет, его просто этот, фильтр вот этот прочищаешь и все. Он собирает на себя всю грязь. Так, ну молоком, конечно, мы запасаемся хорошо. У нас да, вот у нас 4. Молока, еще и здесь капуста есть осталось. Угу. Так, ты знаешь, что еще выбросить нам надо? Сколько она уже лежит у нас, а? Тыква. Она уже стрепочернила, Руша. Угу. Так. Все? Так, здесь у нас есть морковь, лук. Так, это я возьму. Да, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, лучше хранить, вот, допустим, лук в пакетах, вот так, или без пакетов. Руш, ты не знаешь? Я чуть всегда в пакетах хранила. Я думаю, надо так, чтобы он не закрытый был, не заряжен. Куда ты будешь лучше, а? И у меня еще такой лук остался красный. Так, ну вот еще лук. Так, хорош, держи. И что, морковь сюда засыпать? Морковь, да, в пакете, она грязная. А у нас контейнер за пустой. Я сюда его поставлю. Это что такое не оттирается? Что не оттирается? Да, вот какая-то какашка прилипла. Все. Ну все. Все, на холодильник наполовину чисто. Полный. Здесь нормально, здесь надо чисто недавно убирала. Да, теперь на холодильнике нужно уборку сделать. А на нижней дверце показывала что-то? Морозилки. О, морозилка полная. Здесь для собак все. Вот сколько всего осталось. Здесь для человека. Здесь для людей. Надо вытащить еще это. Мне фарш надо будет на завтра зарядить. Кстати, помнишь, мы брали этот... Ты что, кошку там запер? Да вот она. Помнишь, мы брали окорок в этом... в магазине в Ленинградской в мясокомбинате. Ага. Очень довольно-таки хороший, да? Помнишь, ты суп варил, он какой жирный получился. Ну, ты чё? Ну, в плане хороший. Так, геркулес. Это все. Карсанам. Ну все, здесь, в принципе, все, видишь? Геркулес. Геркулес. Один геркулес. Ну ладно. Это все потом варить. И чашку в майку. Это сахар. Сахар же у вас
Ты аккуратно. На счет. Ты вот так танцуешь на стуле, я думал, сейчас упадешь. Слушай, а может мы хлеб в холодильник уберем? Почему? Ну, чтобы на холодильнике не лежал. Ну, давай. Ой, он дольше, мне кажется, отслужит в холодильнике. И холодильник так хоть немного заполнится. Да, более-менее полный будет. Да, и не так будет страшно туда заглядывать. А то один хлеб да яйца. Угу. Открыл холодильник, почесал затылок, закрыл холодильник. На, карандаш, блин, твой. Да, в прошлый раз я тебе говорил. Да, ты мне говорил, что его нету. Так я что тебе? Каждый день по холодильникам лазю. В плане. Наверх заглядываю сюда. Ну все, как-то так почище, конечно. Она так смотрит наверх, думает, что там делать без меня наверху? Угу. Это как вчера, да, с лампочкой? Ага. Сегодня. Все. Чисто? Так что... Давайте, поднимайте свои попы и идите холодильник мойте. Да. Кто давно его не мыл. А элементарно, чтобы помыть холодильник, нужно просто посмотреть, что у тебя там лежит. И начнется. Да, и все поедет. А я обычно, когда начинаю не то что злиться, когда Рушан меня доведет, как говорится. Угу. И это... Вот первый раз ты правильно сказала. Нет, первый раз ты сказала правильно. Когда ты начинаешь злиться, не когда я тебя доведу. Ну, ты мне сразу доведешь, но начинаешь злиться. Нет. Ты сначала злишься, а потом я тебя начинаю доводить. Все, Руш, давай кушать. Кушать хочу. Ага, а теперь здесь-то убраться надо. Начала, дело до конца, все. А что ты здесь убирал? О, вот это все. Да, нет, нет, 90 градусов, нагнись. Я не могу. Лечь ему коту. Можешь? Как не можешь? Че, вот так? Нет, 90 градусов, вы еще нагнись. Нагнись. Вот, в таком положении, пей. Пей, голову запрокину, как ты пьешь, я им голову запрокину. Она у меня больше не прокидывает. Ну как не запрокидывает? Пей вот в таком положении, давай, не выпрямляйся, так и коту не вылечить. Вообще, можно кверх ногами на голову встать и тоже попить воды. Надпись ты попробуй, я засниму это. Кого? Покажи, как это надо пить воду. Ну, чуть последнее время и кота замучила. Вот, все элементарно и просто делается. Конечно. Все, стоп, стоп, стоп. Да. А то у меня было там на дне. Ну, смотри, зато и кота вылечился. Вот, смотри, быстро. Прямо становишься, нагибаешься. А что? Нагибаешься. Нагибаешься. Не выпрямляйся, дорогой, не выпрямляйся. Куда? Пей, пей, родной, пей. Да нет, мне просто смешно, вот. Так куда ж ты выгнулся? Нет, просто стакан неправильный. Серьезно? Да. А, ну, да, раньше надо было сказать... Кружку, да, так надо было сказать, когда еще я пила, что стакан неправильный, а не я кривая. Давай, дури, не мать. Зато и кота прошла. А мы кушаем. Что? Рушан, помните, как-то отмазался, говорил, майонез добавляю, потому что суп горячий. Горячий? В итоге он подогрел в микроволновке и добавил майонез. Вот сижу, придираюсь к нему. Горячий он мне дуть приходится. Он и этот суп чуть на голову не одел. Говорит, да потрогай же ты, потрогай, да он горячий, горячий. Ага, дуть приходится. Все равно, я говорю, невкусно готовлю. Вкусно! Прости меня, мой муж, что я невкусно вкусно. Готовлю. Сейчас меня получишь, блин, просто... Первое горячо, второе майонез люблю, и все. Вот и вся это. Я сколько дней держался без майонеза ел? Что, не помнишь? Нет. Я все без майонеза ел. Держался прям? Понимаешь? Так было невкусно, что ты держался. Причем, если я майонез хотел, ну люблю я майонез, понимаешь? Очень люблю. Ну все, теперь я буду гороховый суп каждый день готовить тебе. Хватит, а? Стекло облизывает. Значит, воды нету. Да как нету? Есть вода. Да я пошутила, есть вода. Конечно, мозгов нету. Да просто она играется, пусть облизывает. Китюнь. Эй. Да пусть облизывает, ничего страшного. Я думаю, здесь нет. Просто ей нравится, и все. Попробовала, и все. Вспомни, как у нас Нэнси воду с крана пила. Угу. Хотя в чашке тоже вода всегда стояла.